Приветствую всех, дорогие друзья, с вами Черный Металл, это игра Ark Survival Evolved. Итак, я тут хотел камушки подолбить, а потом прочитал комменты, то что там эти острова, ну не острова, вот карты все, которые игроки делают, это все фуфло, полная хинея, и недоработанные, некрасивые. Ну блин, я бы сказал пару слов, но ладно, промолчу. Во-первых, карты делаются долго, эта карта делалась год целый. Во-вторых, вот смотрите, я тут в основном бываю днем, кому интересно. Ну, включая себе какое-нибудь кинцо, и здесь кремний добываю. Просто бегаю, тут по камушке собираю. Очень такое интересное местечко. Честно говоря, мне хочется уже тут базу обосновать. Ну, подумаю потом. Переносить мне там пока немного. Зарезами не гонял. Переплавлю все, потом уже посмотрю. Сначала надо сделать то, что я хотел. Такое вот, смотрите, интересное местечко довольно-таки. Так, газ, надо с собой кислородный баллон, пожалуй, взять. Думаю, надо кислородный баллон брать. Без вариантов. Это интересно будет, кстати говоря. Так, тут хищников нигде не бродит, кусючих. Надо посмотреть. Так, давай к собой... Раз баллончик, два. А, ласт возьму. Где у меня баллоны-то все, блин? А вот раз и два баллона. Ну, думаю, мне этого вполне хватит. Давайте пошурудим там. Посмотрим, что как, чему, почем. Очень уж интересно стало. Я надеюсь, я здесь никого не встречу. Это будет печально. Ну, а тут смотрю, смотрите, интересно. Возьму-ка я в руки вот такую вот штучку. Знаете, что такое? Кристалл. Обычный кристалл. А идите вы в зап... Правильно, вали отсюда, наверное. Достали. Пыш. Я сколько здесь кристаллов-то? Это прикольно. О-о-о, все усеяно кристаллами. Хотя в пещере там сколько? Под тысячу, что ли, насобирал, сбегал. С утречка. Какие красивые места. А это что такое? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так, стопэ, посмотрю, идет ли запись. Секунду, прошу прощения. Это надо посмотреть. Обязательно. Да, запись идет. Ага, я артефактик нашел, друзья мои. Артефактик. И что это за нафиг? Артефакт. Найден. Пещера недалеко от рек под землей. Значит, артефакты здесь ищутся... А, забыл совсем. Артефакты здесь ищутся случайным образом. Под водой, над водой. В общем, много вариантов. И да, написали мне то, что вот эти вот пещеры все подводные, это по большей части просто было кладбище. Я, извиняюсь за выражение, как дурак, там думал, что там это, там все, ругался. Ё-мо. Чё на артефакте? Хреновина, мне нифига не нравится. Завалить-то я смогу, кстати говоря. Так, ладно, давайте я артефакт возьму. Дает, не взять. Он застрял пока. А, я его пинаю, пинаю, смотрите. Надеюсь, завалю. Поэтому на нефти верю. Надо его завалить. Сада. Эту спинку вижу. По идее, он мне кусать не должен. Давайте его к голове подойдем. Я даже не знаю, повреждаю или нет.
ты гад какой. Так, кислородный баллон не сломал. Так. И зараза, ну почему дробовик не работает в воду, а? Не, работает по нему просто понемножку. Так, сил мало. Давайте. Блин, эту хреновину убивать. Так, стопы. Ласты есть, есть порядок. О! Так, ну я нашел босса еще один артефакт. Ну, как бы мне чисто артефакт забрать? Здесь никого здесь. О, блин, блин, блин. Так, надо вот так вот. Так, этот там застрял. Меня проносит, но это все временно, это все очень очень временно. Меня еще и похоронит добавок, что-то хрень застрянет там, а? Опа. Обманем, вряд ли получится, да? Так. Блин, еще усиление пары. О, блин, все. Сломали мне ласты. Все, 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 звездец мне, звездец. Нежно-розовый капец. Так. Вот сволочи-то какие, блин. Так, а я вообще где? Ну я где-то вот здесь, да, получается. Такс. Вот тут уже надо подумать, как мне лучше сделать. Болит-то у меня, кстати. Так, что у меня вообще есть, начнем с этого. Так, ружья. Есть, да. Ох, 15 минут. 10 минут или 15, да? Так, давайте-ка я сплаваю быстренько домой, возьму сейчас арбалет. Попробую с арбалета этих всех тварей побить. Блин, засада, слушайте. Так, время засек. Хотя... Чего мне на арбалет не хватает? Стопы. Я вот здесь сделать могу? Что это у нас? Так, энграмма. Длинная винтовка. Энграмма пика. Это все не канает. Так, стрелы. Металлическая стрела. Для какого она лука? Обсидиановая пика. Ой, блин. Засада на засаде. Так, шипы. Попробуем. Че? Ничего, я от этого не потеряю. Так, ладно. Попробуем, кому с ними справиться. То, что имеем. Так, так, так. Еще одна пика есть. Так. Не надо было мне с тем чудиком играться. Доигрался, называется. Так, это есть водолазный костюм. Не мог теремневать, что ли? Засада, да? Ласты. Оп. 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 Так, ладно. Камешек есть у меня хоть один? Нет, камушка ни одного нет. Попробуем сейчас этих дятлов всех перехитрить. Надо действовать аккуратно просто. Так, ладно. Возвращаться сейчас на базу смысла нету.
Я там толком ничего не получил. А с другой стороны. Понял. Так, какие у нас варианты? Блин, артефакт просрал. Е-мое. Артефакт. Так, надо сразу кирку еще взять по запасу. Второй баллон, не знаю, пригодится или нет. Такс. У меня же под водой стреляющего ничего нету. Время идет. Блин, а что, в очках не вижу луч, что ли? Ага, он туда мне плывет. Че, луч-то не вижу? А, вот вижу. Прям подо мной. Так. Ну, здесь я чисто теоретически смогу что-нибудь придумать, да? Хотя они могли уплыть. Хватит-то мне с этими кретинами нечем. Так, один, второй вон плавает. Сранцы, блин, долбаные. Кто же знал? Я догадывался. Ой, как догадывался. Просто не придавал этому значения. Лесом, а? Как до сих пор здесь, да? Ключи. Было к ночи. Мы всплываем. Надо брать арбалет, как минимум. Так, дельфинчик, давай, вот ты мне сейчас нужен. Толчок в жопу. Ой, простите, пожалуйста. Так, шмотки забрали, это главное. Сейчас давайте посмотрим, что это за артефакт такой. Честно говоря, даже не знаю. Зараза-то, скотина. Давай, друган, я в тебя верю. О, Алина. Так, здесь второй у нас артефакт, да? Бляха, муха, я аж вспотел. Такс, артефакт. Ну и что я должен тут прочитать? Каким шрифтом, что я ни черта не вижу. О, господи, сейчас я встану, вообще ничего не видно. Так, ни один живой организм не в состоянии унести больше одного экземпляра за раз. Понятно все. Я еще хотел... Ой... Я бы сейчас там долго парился ради второго артефакта. Но, честно говоря, я их никогда в жизни не находил и не видел. Что с ним можно сделать? Выбросить, переместить. Но артефакты, я знаю, ставятся на пьедестал. Хорошо. Пьедестал. Да уж, веселуха. Сломано абсолютно полностью. Так, дорогие друзья, давайте-ка я выйду на паузу. Сгоняю до базы. Починюсь. Возьму арбалет, попробую с арбалетом козлов перещелкать. Ну что ж, съездил я, друзья, на базу.
я обнаружил интересную вещь. Как оказалось, нет у меня ни черта на базе волокна, вообще ни кусочка. Ой, в общем-то, пособирал я вон там на островке немножко волокна, сбегал по контейнера тихо, лута, поднял, немного стрелок, видите, у меня уже есть. Взял я с базы, вот только я смог взять этот компоунд боу. Составной лук, знаю, чем он так хорош. Так, что там за контейнер? Он только опускаться собирается. Синий, что ли? Думаю, стрел с запасом надо взять. Блин, почему вот в этих контейнерах мне чертовы арбалеты не падают? Хотя ладно, тут уже темнота наступает. Так, отлично, я вижу зеленый, я вижу синий. Вот это мне пригодится. Сейчас давайте к зелененькому сплаваем. Может быть, найду арбалет получше. Я же забыл, я арбалет, все пики нафиг поскрапал. Вот это вот то, что я нашел в аирдропе, то и, ну ладно, буду называть его аирдропом. То и использую, я же все скрапнул абсолютно в ноль. Ай, блин, я вот не ожидал, что я тут найду два артефакта. Думал, тихо, спокойно, тут как раз перед ночью приехал. На этот островочек я, бывает, ночью включаю какое-нибудь кинцо. Пока у меня там железо плавится, мне делать особенно нечего. Я спокойно, тихо, не спеша, развлекаюсь, бегаю. Там камушки долблю. Там противников нету, потому что у меня сейчас на острове там и пауки, и скорпионы начали попадаться. Кого там только нету. Зоопарк, блин, целый. Если честно, надоедает уже. Крокодил на меня этот прыгнет, толбанный там. Ночью так это вообще весело. Они на вас прыгают, вы их даже не видите, они вас прыгнули так сам-сам-мам. И вам а-ля уйду. Так, посмотрим, что в этом контейнере. Тут надо будет сделать гранатомет и всю компанию взорвать нафиг. Так, вишка хорошая. Хелс, этот фигня, это электроника. Пригодится. Смотрите, сколько их там. Там только больше становится. У них там, собственно, противников нет нормально. Я вот думаю, как их там убивать-то всех? Блин, я даже не знаю, какое количество там примерно их ЕХП. Если некоторые динозавры у меня с модами изменены. Что это может быть довольно-таки забавно веселым. Так, ладно. Второй теперь артефакти. И он у нас там был. Надеюсь, он никуда не пропал. Буду плакать. Я скорее плакать я не буду, вон там. Болтается на другой стороне острова. Сейчас его подберем быстренько. Как раз стрел будет с запасами, так полагаю. Ой, хоть какое-то мне развлечение, потому что на базе ни черта нет, надо волокно собирать. Дерево-то еще насобирал ночью, побегал. У меня есть вот от базы, в левую сторону по островку там чесать, там еще безопасно. Правую, там даже камень не подсобирать. Звездюлей вставляю только на ура. Молодец. Не лопни, детка. И лесом. Лесом, лесом, полем, полем. Интересно, он так быстрее плывет или под водой быстрее? Ладно, здесь плыть недалеко, это не столь специфично. Это черепашка. Злись на меня, злись. Ёб-мои, вот это зря, кажется, сделал, да? Обиженная черепаха меня никуда не клюет. Чего? Селитру я сразу получаю с этих коней? Да вы гоните. Че, прикололись, что ли? То есть я селитру бегаю, добываю кремний. Как идиот. Они мне тут сразу селитру дают. Да мне вроде что-то писали такое в комментах. Я что-то как-то и не обращал внимания. Ага, вот еще стрел дали. Отлично. Слушайте, какое хорошее здесь места-то.
Ну, песок мне не нужен. То есть селитра и кремень. Издеваетесь, не, ребят, серьезно. Как я тут селитры насобирался этих камней-то? Так, я знаю, где я буду фармить ресы. Особенно селитру. Так, селитра я проблему решил. Отлично. Питона всегда, по ходу дела. Ладно, я сюда еще загляну потом. Я думал, эту часть я вырежу вообще, кому интересно. Я тут как бы вырезаю частями. Я вот как нас ездил на базу там, пошатался как идиота кусок. Ни черта не нашел и поплыл на остров. Я как бы не показывал. Я тут вырезал часть. Как бы не вижу смысла показывать то, что не имеет смысла. Но то, что я нашел селитру, это я покажу. Так, ладно. Я снимаю, как правило, частями от 15 до 20 минут, так что могут быть такие небольшие провалы, просадки. Так что уж извините. Так, и теперь мне надо придумать, как мне тех козлов оттуда выдуривать. Знаете, я вот вспомнил то, что на карте Каморроса, помните, я там смотрел, всплывал там под воду, и там много было этих плезавров. Помните, я говорю, какие они красивые. Нет, они не красивые, они ужасные. Какие они красивые. Ни разу. Я не знаю, какого лишь вообще красивыми считал, но да, они как бы первый раз не показались красивыми. Вот эти вот. Длинношеи казались первый раз мне красивыми, но на самом деле ничего красивого в них нету. Мне надо как-то с этим всем справиться. Так, давайте-ка я как-нибудь вот так вот выберусь здесь. Так, это выложить все сразу. Я потом уже буду проверять. Так, медиум нет. И на обсидиан спайк такая хорошая тема, но, увы, ах, мне не пригодится. Так, баллон один возьмем, запасной пост. Все надо выкладывать нафиг. Ягоды фиг ты с ними. Локализирующие стрелы, патроны, какого я с собой лешего взял. Вот это вот интересно очень. Так, очки. Еще одного пика, да? Ай, дробовик. Все надо повыкладывать. Это и полезно, но мне там это будет под водой абсолютно бесполезно. Так, микросхемы. Я еще, кстати, тут собирал. В общем-то, где-то 2000 я уже насобирал. Какой? Нет, не 2, а 1000, наверное, 4. Собирал я, в общем-то, этих два жемчуга. У меня его там, правда, дофига, да, вы видели, как я там нырял, там такое количество, что собирать не хочу. Так, с чего бы еще выложить? Селитру выложим, кремни тоже. Кристаллы насобирал немножко. Так, ладно, давайте переодеваемся. Попробуем там сейчас устроить... устроить им похороны. 147, 208, 260, блин, на один укус. Нет. Так, у меня очки сейчас будут одеты. Так, штанцы. Голова, на руках ничего нет. Так, на руках надо на рукавник. Дойдут и такие похороны. Так, ну хоть какая-то броня у меня тут немножечко есть. Ладно, попробуем сейчас, короче, разобраться с этими клоунами. Я не знаю, стреляет ли лук под водой. Ага, одного сразу вижу кандидата. А он, походу, и второй там плавал. Нет. Он под водой не стреляет. Бесполезная фигня будет. А, заметил меня. Отлично. Думаешь, друган, чё я сюда приплыл? Просто так. Иди сюда, иди сюда. Длинношеи козел. Извините, пожалуйста. А ты вообще иди лесом. Ага, больно, больно, да? Кстати, а если взять транквилизирующие стрелы?
Блять, они у меня есть так. Нафиг. Нафиг. Нафиг, пошли отсюда. Отгонять их можно только походу так. Такс. Мне очень интересно стало, а если его транквилизирующими стрелами сейчас попинаю? Вот этого хорошо станет? Эй, дядя! Отвали. Смотрите так. Давайте, плывите, ребят, сюда. Я что, вас тут зря жду? Сейчас я тебя тут напихаю, блин. Помидор. Тебе не нравится? Я просто не знаю, могу ли я его убить вообще. Это, блин, достал. На тебе, похоже. А, так правильно, я сошел со своего места. Блин, какая хитрая. Козюря, блин. И сюда. Я починиться могу, мне тут корабль недалеко. Что, малыш, сильно тут не распинывайся. Ага, понял, понял. Так, обычные стрелы берем. Блин, сколько ж мне этого козла мочить там? Ладно, надо стараться по голове ему попасть, да? Ты бы сказал, кто он? Плохой, нехороший мальчик, короче. Ага, в голову не нравится. Мне тут кусать не должен. СТП. Так, непонятно, наношу я по нему ДПС так или нет. Тяжко с ним воевать. Там их двое. Попал. Угу. Он уже неплохо ранен, я смотрю. Блин, голова, зараза, маленькая. По туловищу бить немного бесполезно. Да сдохни ты наконец-то, а. Ой, блин, титана. На тебе в репу. Ух. Ему надо по репе только стрелять. И у него репа такая маленькая, что даже не знаю, как попасть туда. Ламывает он не очень все хорошо. Какие мы злые-то. А это мы так злимся-то. Подумаешь, понимаете ли, стрелами его поливаю. Да ты иди тоже лесом. Ага, смотрите, какой хитрый. Голову в камне прячешь. Вот так мне тумана еще не хватает. Спасибо, игра. Обожаю тебя.
Ха-ха-ха-ха. Лошара. Блин. Так, я его так не выцеплю. Так, у меня же где-то здесь был заплыв, отдохнуть можно быть. А, вижу. Так, стрел фиг да нифига осталось при том-то. Так, что мне там повредил-то, кстати? У меня баллон сломал, да, фиг с этим был. Он плавает. Ищерица. Я тут, а? Кусочек мяса плавает. Большой. Ой, он мне внимание обратил. Ага. Да вот фигушки тебе. Я за завтрак. Какая хитрая тварюга. Ага, смотрите, какой он хитрый-то. Сто шестнадцатый уровень, ну ни хрена себе. Сказал я себе. Фу, так, одного завалили. Там еще на подходе второй. Так, ладно. Фрэш Прайм нет. Ну хотя бы Прайма с него раздобыл. Да не задыхайся ты. Терпи, терпи. Так. Сразу Прайм мид в погреб. О, погреб. Ну, ягоды я тоже выложу. Он что они мне здесь делают, ну да ладно. Так, кожа. И мне надо вот этот вот супчик сейчас принять. Пользоваться. Так это у нас что? Это холодное блюдо, тренировка в форме обеда. Сердце, чтобы увеличить урон ближнему, дополнительное восстановление выносливости. Нет. Увеличить гипертермическую... Блин. Надо, короче, огород сажать и делать супы. У меня где-то табличка была по этим супам. Что возьму? Сереги. Так, ладно. Ладно, ладно. Надо все равно туда плыть, этот артефакт как-то выцапывать. Ласты запасные есть, баллон кислородный. Нравится мне эта вся идея. С моими, блин, заплывами. Шанс, конечно, есть, что я доплыву. Масенький-масенький. Он есть. Конечно, с той стороны плыву. Блин, тут что, еще один артефакт? Что? Так, прекрасно. Я искал один артефакт, теперь нашел еще один артефакт. Да, кто бы сомневался, да? Танцы, танцы, танго до утра. Он по мне пока не попадает. У меня появился шанс. Опа! Я вообще ни хрена не понял, я что, еще один артефакт какой-то? Так. Ну ладно, я хотя бы нашел второго плезиозавра, или как там его. Так, надо починить сразу мне арбалетом. О. Я ж, блин, вспотел. Так, второй артефакт я взял. Значит, там три артефакта.
Или он не Леонид Виспич? Даже не знаю. Даже не знаю. Так. Фу, засада как бы. Блин, а... Так, одного я убил, фиг ты с ним. Второй, там еще один артефакт должен быть. Ну ладненько, дорогие друзья, на этом, пожалуй, серию буду заканчивать. Уже буду париться в следующей серии. С этими чудиками. Ну а пока, кому понравилось, ставьте лайки, комментарии, вопросы оставляйте под видео на ютубе. С вами был Черный Металл. Сегодня мы... Уже подобрали второй артефакт. Ну, блин, там их три, может, еще и больше. Теперь только вопрос... Как мне их всех завалить? Тобных плезиозавров. Удачи, дорогие друзья. Всем пока. Давайся, маленький. Ага, правильный план. Давай, давай, сюда плыви. Мы так медленно плыву, кстати. Я вот что-то не понял юмора. А. Вас ты попортить, ёжик.